Коми каждая десятая семья многодетная. Это данные Комистата. 56% семей с детьми до 18 лет растят одного ребенка. 34% с двумя детьми и 10% имеют трех и более детей. За 11 лет, прошедших с предыдущей переписи, доля многодетных семей увеличилась в 3 раза. Среди сельских семей доля многодетных в 2 раза больше, чем среди городских – 16% против 8. В России для многодетных родителей предусмотрены 2 награды федерального уровня. Это орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». Орденом награждаются родители, достойно воспитавшие не менее 7 детей, а медалью ордена – не менее 4 детей.